белым снегом, ночь метельная тустюшку замела. Ага, вот это моя гостья была осенью. Она должна была сидеть рядом, но я не шучу. Ей дали задание, ее руководители, обследовать мой сад, взять опять эту линейку, там, что еще берут, длину меряют, толщину меряют, и обследовать весь сад, и все это записать, записать в таблице. Вот она и приехала из-за этого. Я ее, что-то я не спросил, Лена Санна, я же въедливый, да точно, а кто дорогу оплачивал? Тот, кто вам задание дал, или вы из своего кармана платили? Вот, надо будет вас потом спросить. Вот, а вот это я вам показывал старый, 1990 года. Это 30 лет моему старому и последнему сливе, который называется «Волжская красавица». И тут попалась фотография. Еще не поздно срезать несколько черенков. Вот. Я уже несколько лет не подхожу. Сергей не подходит. Вот. Избито морозами так. С первого поколения. А почему нет других поколений? А вроде как и не надо. Зажрались. Да, где-то мы зажрались. Потому что это чудо из чудес. Эта фотография, видите вот эту линейку? Та самая линейка. Поэтому у меня вот эти фотографии воровали вместе с линейкой. Но самое умное, ее отрезали вот так. Вот, вот это чудо требует срочно черенки резать и погреб. А там видно будет. Даст ли вам судьба уже вам продлить рот этим? Потому что 30 лет адаптации, и оно живо. Я показывал вам веточки вчера. Вот, ну, эту фотографию мы уже... Ее комментировал Тимоша. Завтра поедем и все это засыпем снегом полностью. Так надо. Осенью это было выглядело вот так. Ученые за работой. Вот. Значит, сейчас получилось так, что это персики под пленкой. Вот. Эти немножко уступают, но вот это весной прошлого года мы привили его с Леной Санной. Вот что получилось через полтора года. Снимок делался через полтора года после прививки. Ну, вот любуйтесь. Вот. Вот это Елена Александровна, которая опять будет что-то мерить. Она показывает, что на абрикосе слива вот, под названием розовая. Мы сами ее назвали так с этим, с чернобаем, который испортил ее уже, привая до этого на абрикосе, получилось и сине-розовое. И теперь я у него уже отнял черенки, считаю, что мое, это я ему когда-то давал. Он мне черенки с испорченными венгерками вернул, парочку, я привил. Вот одна прививка, вот вторая. Учитывая размер приростов, приживаемость уникальнейшая. Так вот, тут я уже обрезал инициально, а это вам, если у вас хватит, да, наверное, уже не денег, если это в вашем науке, кроме вас, надо будет. Вот. А здесь вы показываете, что это за приросты такие. Это еще после этого, вот. Есть шансы сделать так, что лучшим подвоем для слив будет именно абрикос. Это всего лишь второе поколение, но результат вы видите. Так что резать надо. Вот это вот одно из моих деревьев. Вот. У меня есть дерево под названием Артем 2. Моя самоделка. Это его продолжение. Почти угробил. То уже не дает просто. А этот Артем 2... Я почти угробил, резая ветки годом раньше на продажу.
Сейчас надо быстренько вот это срезать и в погреб. Уже для того, чтобы однажды не лишиться и уникального сорта. У меня же рекорд, рекорды такие. Маджорский больше 30 ведер, а дальше никто не считал. Второе место Артем 2, 25 ведер. Третье место Жердель с Украины 23 ведра. То есть второе место держит. Согласитесь, что он требует особого внимания по принципу, Елена Александровна, если даже один шанс, что она погибнет, один шанс из 100. Вот. Никто не должен спать, пока с него ветки не будут перенесены в погреб. Вот. Значит, вот это вот, если назвать сестренка Аленушка, Еленушка, это брат с Иванушка. Вот. А это он поливает, я его учу поливать, отступив от саженца на 1 метр. Так что это будет следующий за Тимошкой будущий авторитет, лектор. Научу. Вот, скоро самая востребованная профессия будет садовод. И название слова, кличка ботаник уже будет не презрительное, как сейчас, а наоборот, самое уважаемое.